Ну что, всем привет! У нас очередная встреча на тему архитектуры ассемблера и языка ассемблера RISC-V системы. Вот. И сегодня мы начинаем новую такую аппаратную тему, которую все еще можно пощупать на RAS, но уже, к сожалению, нельзя порешать на EJANGE. Я в ближайшие пару дней подумаю, что делать с этим казусом, потому что очень хочется делать домашки на подобного рода штуки, но вот пока что мы не знаем, как это делать. Ну, в смысле, проверяемые домашки. Вот, и эта тема называется прерывание. Вот, но мы прям все подряд прерывания пока не будем трогать, потому что эта тема, в общем, логически сложная. И пока что поговорим исключительно про прерывание по таймеру. Вот, потому что это, пожалуй, самое главное, то, что есть в современном компьютере на самом-то деле, да, потому что без этого не работает, в общем, ничего без прерываний по таймеру, вернее, без таймеров. И ничего имеется в виду, ничего связанное с управлением реальными устройствами и ничего связанное с многозадачностью. Сначала бла-бла в количестве некоторые. Вот. Есть неплохая статья на Хабре относительно того, какие бывают устройства времени внутри компьютера. И статья довольно большая, с человека, который работает в Intel, вот, с подробным объяснением, что он там объясняет, очень познавательная. А главное, обращаю ваше внимание на то, что там описано очень много того, что называется legacy, то есть каких-то решений, которые были актуальны к тому моменту, когда их изобрели, а потом, значит, выяснилось, что у них есть некоторые проблемы, но они уже были повсюду внедрены, поэтому живем так. Это вот часть как раз про устройство времени. Еще больше, спасибо, еще больше напоминает нам об основном посыле вот того, как в принципе разрабатывается компьютерная техника, разрабатываются некоторые остроумные и современные решения, а потом на 50 лет становится легаси. Вот. Ну, в общем, советую ознакомиться. Если сводить бла-бла к некоторому необходимому минимуму, устройства времени бывают условно трех видов. Первое – это, собственно, часы, то есть штука, которая тикает. Вот. Причем тикает настолько аккуратно, чтобы мы могли, глядя на часы, определить, в каком порядке у нас происходили события. То есть часы должны быть настолько точными и настолько мелкими, в смысле их шаг должен быть настолько мелкий, что предположительная скорость происхождения событий, в общем, по-хорошему, разных событий в нашей системе, там устройство захотело что-то сделать, вот это все, по-хорошему, не должно, никакие события не должны происходить актуально одновременно. Да, то есть мы должны успеть тикнуть часиками хотя бы один раз между фактом происхождения одного события и фактом происхождения другого. Вот. Ну, в действительности так не бывает, потому что вероятность все равно есть, но тем не менее. Да. Вот. Разрешение наших часов, то есть минимальный тик, должен быть достаточно мелким, чтобы, значит, вероятность того, что события произойдут актуально одновременно, была крайне низкой. А вот точность, то есть насколько вот эти тики гуляют, в общем-то, в случае часов, непосредственно часов, позволяющих определять относительный порядок событий, точность, ну, такая, чтобы события не перепутать. Вот. Это не означает, что нам не нужны суперточные часы, просто для решения задач упорядоченности событий точность, ну, должна быть, ну, так вот, какая-то. Вот. А вот что касаемо ситуации, когда нам нужно померить в точности, сколько каждый процесс работает, и не просто померить, а, например, по окончанию некоторого интервала времени возбудить событие. Вот в этом случае нам нужно уметь эту точность измерять достаточно хорошо. Потому что, ну, например, мы должны запланировать таймер, то бишь событие, которое происходит в системе на определенное время, и было бы очень здорово, если бы это было то самое время, вот, а не плюс-минус там 10%. Вот.
Соответственно, если наша точность достаточно мелкая, в смысле достаточно крупная, то есть мы там меряем там десятками долей секунды, тогда, десятыми долями секунды, тогда, в общем-то, можно и на часики посмотреть, глянул на часики, потратил на это несколько тактов процессорного времени, посмотрел, нет, не подошло ли время, то есть примерно как полинг у нас устроен, делать так. Да? Значит, если задачи не такие, применяются таймеры, которые существенно более точные. Вот. Ну, а их разрешение зависит от задач. Вот. Значит, например, если мы хотим устроить какую-нибудь многозадачность, то разрешение таймера не очень высокое может быть. Ну, господи, ну там вот секунду одна задача поработала, секунду другая. Это, конечно, не так, но я сильно огрубляю, но тем не менее. А вот если наши таймеры должны высчитывать какие-то очень быстротекущие процессы в системе, ну, например, значит, подождать, пока, не знаю, там, блок данных запишется в оперативную память и дернуть перерывание по таймеру. Вот тут, конечно, у таймеров должно быть очень довольно высокое разрешение. Вот. И третий класс устройств времени — это так называемые будильники. Это абсолютно внешние по отношению не только к процессору, но даже к питательному контуру, к напряжению устройства, которые тикают даже при выключенном компьютере и могут внезапно его включить или активизировать некоторые доселе выключенные устройства, потому что они натикали на определенное время. Вот. Всевозможные вейкапы, в том числе и по времени, да, это вот ровно оно. Как правило, такого рода часики имеют свою собственную батарейку, хотя обычно они совмещены с основными системными часами, которые тоже имеют собственную батарейку. Вот. Ну, это понятно почему. Если мы хотим знать точное время, и в этом наша задача, знать точное время, то это точное время не должно никогда обнуляться, оно должно только идти только вперед. Вот. Поэтому, когда компьютер даже совершенно выключен, батарейка на часах тикает. Вот. Это может быть не батарейка на часах, просто другой контур питания, да, если мы не предполагаем отключение нашей машины от питания вообще никогда. Но, как правило, есть же всякие вещи, как временное выключение питания всего, вот это все, на это нужна как раз батарейка. Вот три вида, значит, часики, которые тикают, секундомеры, которые возбуждают события, и будильники, которые умеют работать, во-первых, энергонезависимо, а во-вторых, управлять включением, активизацией наших устройств. Например, включением компа. Нашим таймером, вернее, нашим устройством времени, их иногда совокупно все называют таймерами, хотя вы понимаете, что таймер — это конкретное одно устройство. Да? Это такое типичное смешение терминологии, которое у нас уже встречалось множество раз. Прерываниями называют все. А потом выясняется, что в том же RISC-V разделяют прерывание и исключение, а еще потом выясняется, что место, которое их обрабатывает, вообще называется ловушка, и хотелось бы все это называть своими именами, но нет, очень часто все называют прерываниями, да, все называют таймерами. Будильники называют таймеры, часики называют таймерами. Вот. Да, значит, какие нам могут быть потребоваться свойства от наших устройств времени? Значит, точность и стабильность. Точность — это насколько тот интервал, который нам показали, действительно равен тому интервалу, который нам показали. Ну, допустим, часики тикают с скоростью, ну, не знаю, там, мегагерц, да, значит, это миллион колебаний в секунду. Вот насколько период тикания действительно равен 1 миллион. С какой погрешностью это именно 1 миллионная. Стабильность — это более интересная характеристика. Это насколько частота нашего таймера, который, значит, работает, гуляет со временем. То есть дело же не только в том, насколько сам каждый конкретный интервал равен тому, чего надо, а насколько вот это вот, допустим, вот у нас мегагерц, значит, за секунду или за день или за год. Насколько наши вот эти вот примерно равные друг другу миллионные доли секунды в сумме убегут от настоящего времени. Да? Или наоборот, отстанут. Как вы понимаете, возможно, стабильность даже более желаемая характеристика, чем точность.
Да? Потому что если мы собираемся использовать наше устройство времени как часы, а оно уходит там за сутки на секунду, то это не часы. Вообще. Если оно уходит за год на секунду, ну такое. Опять же, если мы собираемся использовать как часы. Разрешение. Это с какой скоростью наши часики тикают. Понятное дело, что какие-то очень-очень-очень низкоуровневые аппаратные штуки, например, тактовая частота процессора, которая измеряется гигагерцами, кажется уже, да? Это очень высокое разрешение. Оно нам нужно дергать, посылать сигнал 1 миллиард раз в секунду, ну вот это вот все. Вот. Задержка при чтении, если наше устройство внешнее, то оно может быть совершенно идеальным, атомные часы, вот это все. Только поскольку оно внешнее, и поскольку оно довольно большое, сложное, тяжелое, вот как в процессор не встроишь, в материнскую плату тоже не встроишь, да, то вся его точность идет на смарку, потому что те устройства, с помощью которого мы читаем эти данные с нашего идеальных атомных часов, а идеальные атомные часы это такое, несколько тонн, ну, может быть, не тонн, но не знаю, ну, как вот спутник точного времени с атомными часами, он это самое, весит несколько тонн, большая его часть как раз это атомные часы, да. Так вот, значит, все хорошо, но если мы хотим надежно, стабильно и качественно доставлять это самое время до процессора, не исключено, что за время доставки все испортится. И при доставке по проводам, в зависимости от температурного режима, там, не знаю, пятен на Луне, напряжение питания, вот этого всего, будет наше это время сильно гулять гораздо сильнее, чем его точность на основном этом самом суперустройстве. Интересная тема, такая чисто программная, это интервал переполнения сброса. Предположим, у нас есть часики, которые тикают, ну, ячейка памяти там 16, не дай бог, разрядная. Ну, хорошо, 32. И вот эта 32-разрядная ячейка памяти тикает со скоростью, ну, не знаю, там, миллион операций в секунду. Нет, миллион, да ладно, фиг с ним. Хотя нет, миллион, да? Миллион. Чему у нас равно, давайте не это запустим, давайте запустим более, вот. Да? Чему у нас равно, извините за мою забывчивость, 32, 2 в 32 степени, делить на миллион. Короче, через 4000 секунд наши часики обнулятся. Вот. Соответственно, довольно забавная ситуация получается, что мы не можем для таких немонотонных устройств времени даже просто тупо ориентироваться на то, что мы сравнили два значения в этих, значит, в этих устройствах и тем самым вычислили, сколько времени прошло. А вдруг они за это время обнулились? Более того, мы даже не можем поделить на этот интервал. А вдруг, значит, они за это время обнулились настолько, что у нас два равных значения получилось. В общем, как правило, такие вещи решаются уже совершенно программно, вот. Но и тем не менее надо всегда понимать, монотонные у нас, значит, или не монотонные часики. То есть, ну, вот, то значение, которое мы считываем, оно всегда увеличивается или иногда прям сбрасывается и начинает увеличиваться. Энергонезависимость мы уже обсуждали. Еще одна интересная проблема такая, это в чем измеряется, собственно, время. Вот наши часики тикают. Они, каждый тик, это что? Ну, так и подмывает сказать, это секунды. Но тут, понимаете, какая штука. Одно дело, когда у нас есть там атомные часы, которые умеют в астрономическое время. Дальше мы это время делим и получаем какие-то доли именно секунды. И сокращение. Вы же сами приводили пример, когда мы вычитаем одно из другого и получаем совершенно аховое число, не равное тому, чего нужно, потому что за это время произошло переполнение. Так что нет, именно в случае немонотонного таймера вычитать одно значение из другого абсолютно бессмысленно. Да? Есть шанс всегда, что мы получим очень интересное, но совершенно не соответствующее действительности число. Ну так вот, секунды или тики. Ответ в секундах на самом деле усложняет жизнь просто до безобразия. Мы должны синхронизироваться с какими-то очень качественными часами. Ответ в тиках, то есть в тактах процессора, грубо говоря, мы берем такт процессора, сколько он натикал, у нас все равно есть регистр такой, мы даже видели его в CSR, да, и начинаем эти такты процессора просто делить, ну, потому что там миллиард не нужен там, в секунду, да, нужен там
миллион в секунду или тысяча в секунду. Вот. И это очень хороший ответ, за исключением двух неприятных вещей. Первое. У нас, например, есть энергонезависимые процессоры, которые, в смысле, не так, энергопотребляющие, процессоры, которые подстраиваются под низкое энергопотребление, у которых такты могут гулять. То, что называется степпинг, помните, да? Запустили тяжелую задачу, процессор разогнался, вентиляторы зашумели. Остановил тяжелую задачу, вентиляторы утихли, потому что у процессора тактовая частота упала. Значит, эти такты, вообще говоря, гуляют. И даже если мы прибьем гвоздиками тактовую частоту, то по причинам, о которых мы сейчас поговорим дальше, вообще говоря, эта частота, особенно там с сверхвысоким разрешением, будет совершенно ненадежной, нестабильной. Вот. Так что это вопрос, да, зависит от задачи. Вот. Есть еще одна смешная очень задача, если у нас несколько устройств времени, которые друг от друга не зависят, и стало быть, ходят по-своему, и стало быть. Хорошо, ну давайте я еще раз вам скажу, дорогое сокращение. Значит, если у вас есть регистр часиков на 32 разряда, который тикает со скоростью мегагерц, то в течение 4 секунд он полностью переполнится. И если вас угораздит вычесть значение из предыдущего 4-секундного интервала из значений следующего 4-секундного интервала, то мы получим абсолютно неадекватное число, но точнее мы получим число отрицательное, дополнительное к тому, чего хотели. Вот. Я уж не говорю про ситуацию, когда, например, прошло несколько 4-секундных интервалов. Тогда мы вообще получим какую-то ерунду, не соответствующую действительности. Вот. Именно для этого, собственно, и придуманы разные несколько ячеек памяти для счетчиков, которые обязаны быть монотонными, но как бы эта монотонность не обеспечивается там одним машинным словом, двумя машинными словами тоже не обеспечивается. Такое тоже бывает. Вот. Значит, если у нас, ну, это вы разработчикам прикладухи объяснить, что 4 секунды это огромный интервал. Вы не правы. Вот. Значит, если у нас устройств много, они все тикают по-своему, то, как это правильно сказать, их надо синхронизовывать, их надо калибровать, если они, у них стабильность разная, да, их надо, причем если этого не делать, то любой подсчет, который надеется на одно из этих устройств и не смотрит на другое, будет расходиться с подсчетом, который находится надеется на другое устройство. Вот. Сразу скажу, что классификация, которая сейчас приведена ниже, она такая немножко расплывчатая, просто чтобы было понятно. Во-первых, у нас бывают внешние устройства, совершенно внешние аппаратные, типа, значит, real-time часиков или high-performance часиков, вот, которые являются специальными устройствами ввода-вывода, находятся где-то снаружи, вот, или, по крайней мере, воспринимаются архитектурно как абсолютно внешнее устройство. Вот. Очень часто real-time clock запитан от отдельного контура питания, чтобы, значит, часики никогда не останавливались. В общем, абсолютно внешняя штука. Вот. Есть внутренние всевозможные устройства времени, которые предоставляет процессор. Как правило, это устройства виртуальные, которые что-нибудь такое делят или умножают, типа счетчиков инструкций или счетчиков тактов, или ходит к тому же real-time clock, но потом что-то с ним делают. Вот. Идея стоит в том, что для того, чтобы вот такого рода внутренние счетчики, внутренние устройства времени реализовать, ничего не нужно, кроме там какой-то достаточно простой схемы. Вот тут у нас, поскольку идет бла-бла, и, соответственно, не происходит ничего интересного, в чатике уже пошел диалог, я могу только откомментировать это так. Смотрите, все правильно вы говорите, и Александр правильно говорит, и Михаил правильно говорит. Вопрос только в том, что вот вся вот эта машинерия, о которой вы говорите, про синхронизацию с медленным таймером, счетчики нужной разрядности, вот это все. Как правило, это решения программные, а не аппаратные. Потому что к вам приехала железяка, у которой, допустим, 32 бита на, собственно, время. Соответственно, оставшиеся 32, а может быть еще 32 бита, а может еще 32 бита, мало ли что мы измеряем, может мы количество тактов процессора измеряем, да?
И это все уже нужно как-то брать, вынимать в каком-то месте, самому прибавлять, самому вычислять, самому сравнивать с медленным таймером программно. И дальше все это решение принимать, решение о монотонности. Да? Соблюдение монотонности аппаратной — дело такое. Вот. Ой, забыл убрать вот эту строчку. Забыл убрать вот эту строчку. Давайте уберем. Надо сказать, что тут был довольно большой кусок запланированного разговора про то, почему на самом деле аппаратные таймеры и вообще устройство времени — это сложная и труднорешаемая задача. Вот. Я сейчас в очень грубой форме объясню это на пальцах, вот, но как бы вдаваться в это не буду. Значит, кварцевый резонатор, который обычно используется для таких целей, вот там можно сходить по ссылочке в Википедию посмотреть, это, в общем, устройство довольно фиксированных способностей. Да? Современные кварцевые резонаторы там, ну, как бы, десяток мегагерц максимум, что могут дать. Вот. Это устройство фиксированной стабильности. Вот тут сокращенец пытается пересказать то, что сейчас буду говорить я, ну, как бы, неважно. Значит, имеет, в общем, довольно серьезные тоже ограничения по стабильности, причем традиционный кварцевый генератор — это там 10-6, 10-7 стабильность, а 10-12 это штука, которая как бы существенно больше холодильника, потому что холодильник в себе содержит. Вот, да? Это вот то самое, что используется для, значит, атомных часов, вот этой всей фигни. Хотя нет, там же не кварц. Вот. Соответственно, вот тут у нас в чатике начинает сокращенец рассказывать про делители и про множители. Любой делитель и множитель может сделать только одно, ну, множитель в данном случае. Может увеличить частоту. При этом он уменьшает стабильность, вот, и точность тоже уменьшает. Ну, потому что сам множитель — это тоже какая-то схема, у нее есть тоже свои шумы, эти шумы на что-то влияют. Есть много всяких хитрых технологии, которые я здесь опускаю, которые позволяют при использовании множителя стабильность терять нелинейная. Потому что на самом деле как? Вот мы взяли, умножили, у нас, допустим, зазор был этой самой стабильности микросекунда, мы умножили на 1000. Мы получили наносекунду интервал, но со стабильностью микросекунды, понимаете? Вот. Есть очень много всяких технологий, типа снятия гармоник и всего остального, которые позволяют не настолько адово терять стабильность при умножении, но, тем не менее, все равно надо иметь это в виду. Давай. Поэтому место это очень сложное. Вот. Никаких специальных таймеров с любой частотой любым делителем не существует. То есть они существуют, но они, соответственно, теряют свои ходовые качества. Вот. Ну и, в общем, значит, да, ну и не забываем еще о проблеме доставки, потому что чем, значит, точнее и стабильнее наше устройство, тем ближе к потребителю оно должно быть, потому что при доставке все это дело теряется. Вот. Есть еще одна статья, связанная с виртуальным временем. Я ее оставил просто для того, чтобы вы ужаснулись, что бывает в процессе виртуализации. Возможно, к этой теме мы еще вернемся, возможно, нет. Значит, теперь относительно того, почему это очень важный ресурс и почему без, значит, нормальных устройств времени вообще никакой компьютер не работает. Дело в том, что устройства времени нужны абсолютно на всем, как это сказать, стыке технологий, начиная от прямо вот железа и проводов и заканчивая прикладным ПО. Потому что любая синхронная, не сокращенец, не точности, о стабильности. И не за долю микросекунды, а за секунду, за день, за год. Если ваши часы за год отстают на секунду, это не часы. Понимаете? А если ваши часы, которые работают миллисекунду, за эту миллисекунду отстают на микросекунду, это тоже не часы. Так вот, на всем устройстве, на всем стеке, начиная от самых проводов, да, любая синхронизация любых железок по времени, и в том числе инициализация и запуск этих железок, привязана к таймеру, ну точнее к часикам. Да? Любая отработка самого процессора, каких-то тайм-аутов, каких-то протоколов обмена,
в реальном времени, да, вообще какая-то штука, завязанная на время, прошло такое-то время, делаем то-то, основана на анализе этих самых тактовых импульсов, да, на программном уровне. Разумеется, ничего вы не можете сделать без часов с реальным временем, господи, реальным временем, без часов, которые реально что-то показывают, никакой планировки, никакой многозадачности, никакой поддержки реального времени без этого не работает. Да? На уровне операционной системы, понятное дело, всякие кроны, запуск по расписанию, учет потребления ресурсов, потому что он делится на время, ведь опять, да, ну и, например, энергосбережение, да, то есть ситуация, когда этот самый, как частный случай учета, да, как бы такая довольно типичная задача для больших систем, когда вы просто смотрите, вот в каком случае, значит, что выключать, если оно не работает уже целую секунду. Ну, на уровне как бы прикладном, понятно, там время нужно почти всегда тоже. Так, хватит нам бла-бла, давайте мы перейдем к RISC-V. Вот. В RISC-V специфицирован ровно один большой базовый таймер, вот, который называется M-Time и M-Time Sampler. Вот. Значит, M это значит machine level, то есть он доступен на самом верхнем машинном уровне. Вот. И он является внешним устройством, прям совсем внешним, вот, которое работает довольно примитивно и несложно. У меня есть два регистра, M-Time и M-Time CMP. M-Time – это часики, которые тикают. Вот. Тикают они в тиках. Задача превращения этой штуки в секунды – это задача программная, то есть того, кто эти часики потребляет, сами пускай вычисляют. А M-Time CMP – это регистр, который содержит примерно то же самое, только вы туда записываете определенное число, и когда M-Time становится больше либо равен M-Time CMP, происходит прерывание. Прерывание – это ловушка. То есть реализовано RISC-V прерывание как ловушка, то есть мы уходим в обработчик. Вот. И, значит, вот когда часики дотикали до значения регистра M-Time CMP, вот, мы, значит, соответственно, уваливаемся в наш обработчик. Тот самый обработчик, который мы уже знаем, используется для обработки исключений. Вот. А значит, поскольку это чисто внешнее устройство, мы с вами договорились, что устройства, которые снаружи подключаются к нашему компьютеру, они оформляются, как правило, как MMO. Вот. Значит, почему не встроить бы такие часы в процессор? Понятно, мы уже говорили про там энергонезависимость, еще чего-то. Но главное, оно вообще, это устройство, одно на всех. Не хватало нам еще разных часов для разных, там, не знаю, хардвер-тредов нашего процессора, а вон, которые в какой-то момент все равно когда-нибудь разойдутся. Да, вот не хватало. Вот. Значит, в CSR-процессоре есть три, мы помним, три регистра, они же есть и в RARS-е. Это время, количество тактов прошедших, это время в тиках. На самом деле не в тиках, оно в чем, хрен знает в чем измеряется. В RARS оно вообще измеряется в миллисекундах, потому что это тупо джавное время. Вот. Какое-то время. Вот. И это количество уже выполненных инструкций. То есть instret означает instruction retired. Вот. Мы с вами будем говорить на ближайших лекциях про конвейер. И речь идет о том, что некоторые инструкции могут с каждым тиком, с каждым тактом все еще выполняться. Там 5, что ли, стадий у конвейера. Соответственно, вот этот счетчик, вообще говоря, считает те инструкции, которые уже выполнены. RD означает, что он read only. Вот. Давайте еще посмотрим вот сюда. Тут есть... Да, вот они. Вот. Значит, что касается RARS-а, да, наконец-то мы пришли к нашему RARS-у.
Так, что касается RARS, то мы, в общем, помним о наличии инструкций типа о наличии регистров типа CSR. Вот они. Цикл time. А нет, вот это цикл time instread. Поскольку RARS у нас 32-разрядный, а, допустим, количество. Ну, короче, все эти счетчики, в общем, довольно большие, то для них существуют еще парные старшие разряды. Это младшее слово. А это старшее слово отличается буквой Х в мнемонике. Вот. И в RARS есть также внешний таймер. Выглядит он вот так. Таймер Tool. Мы помним, что это внешнее устройство. В RARS идеология такая, что все внешние устройства надо отдельно включать, отдельно подключать, вот, и отдельно с ними работать. У RARS Timer Tool есть неприятная особенность. Он при его включении перестает работать breakpoint. Вот. Но ничего, вытерпим. Как полагается таймеру, вернее, как полагается внешнее устройство, нужно подключить. Вот именно поэтому мы не сможем пока решать домашние задания на EGH, придется руками их решать. Вот. Значит, их нужно подключить. Нажать play. Часики начнут тикать, но это только на рабочей программе, пока он... А, connect, подключили, нажали play, часики начинают тикать. Pause. Reset. Вот. И когда вы запускаете программу, значит, она начинает читать вот этот таймер. Это регистр time и timeH, то есть, сейчас нет, да, только вот тут неправильно, да, time мы маленькими буквами, а тут мы маленькими буквами обозначаем вот это, CSR, а большими буквами надо обозначать этот самый, сейчас, давайте поправим. Большими буквами надо обозначать. Давайте поправим, чтобы не путаться. И, соответственно, timecmp, timecmph. Хотя, блин, тут неудобно. Они сделали в RARS, они назвали этим словом и CSR, вот эти. И вот этот самый MMO, настоящие часы. Дело в том, что они там одни одинаковые, к сожалению. Да, вот и то, и другое ходит к джавовскому таймеру. К сожалению, это так. Но давайте мы все-таки здесь напишем timecmp. Ладно, давайте тогда оставим. Здесь напишем time. Timeh. Где-то нужно написать. Что это именно MMO, а не CSR. Давайте прям напишем большой баннер, потому что они одинаково называются. Давайте так вот. Так, где-то вот тут давайте напишем этот баннер. Вот. Регистры таймера, да, вот эти самые тайм и таймцмп. Таймцмп. Это внешние. Это регистры внешнего устройства. Их не надо путать похожими регистрами CSR, только CSR это и есть регистр, которые в RARS, к сожалению, называются также. Вот. Да, значит, мы с вами будем почти всегда в этом разговоре говорить именно о MMO, внешнего устройства. Про внешнее устройство будем говорить. Вот.
внешнее. Да, значит, ну что, поехали дальше. Значит, давайте попробуем им воспользоваться. Значит, что это такое? Как мы уже сказали, это прерывание, причем прерывание особого вида таймерное. Надо сказать, что в RISC-V есть четыре разных вида, три разных вида прерываний, но мы пока про них говорить не будем, будем говорить только про таймерное прерывание, еще бывает аппаратное и программное. Вот. Это на следующей лекции будем про это говорить. А пока что будем говорить про таймерное прерывание. Значит, что нужно для того, чтобы вообще воспользоваться этим таймером? Ну, разумеется, подключить таймер тул к нашему устройству. Вот. И значит, начать заполнять соответствующие биты и настраивать CSR. Значит, что нужно сделать? Записать обработчик ловушек, как мы это обычно делаем. Отлично, давайте сделаем это. Вот у нас есть хандлер. Да, в этот хандлер мы пока ничего не пишем. А здесь пишем что-то типа la t0 handler csrv t0 utvec. Напоминаю, что название utvec производит от того, что в больших RISC-V системах принят векторный способ поиска обработчика ловушки. Вот. Но в малых системах ловушка одна для всего, вот поэтому как бы вот это она и есть. Да? Значит, проинициализировали хандлер. Включаем разрешение на обработку самостоятельную именно таймерных прерываний. Разрешение на обработку таймерных прерываний сейчас тут где-то должна быть ссылочка. Вот она. Вот она. Соответственно, software interrupt. Вот он, IE. Да? Software interrupt enable, timer interrupt enable и external interrupt enable. Нам нужен timer interrupt enable. И это 0.1.2.3, четвертый бит. Вот, не пятый, кстати, четвертый. Вот. Четвертый бит. Поэтому мы вот прям скопипастим из лекций вот эту. Вот, значит, что там? Ой, ой, а кто ж так делает-то? Ужас какой, это неправильно. Так делать нельзя. Или можно? Не, нельзя так делать. Я не знаю, кто это написал, надо ему за это... Я знаю, кто это написал, надо ему за это вынести выговор. Значит, что мы должны сделать? Давайте не отсюда скопируем. Вот. Да, где тут? Вот. Вот что надо сделать на самом деле. Да? CSR S. И есть у нас? Есть, отлично. Что? У IE interrupt enable. Сколько? 0x10. Напоминаю, что CSRS это означает, что мы set bit, то есть что-то у нас уже было в этом регистре. Что у нас там было в этом регистре раньше, нас, в общем, не очень интересует. Мы говорим, мы объявляем, что мы теперь обрабатываем прерывание по таймеру. Вот. Вот так это надо сделать. Вот это правильный способ. Да, значит, вне зависимости от того, что там было. Теперь должны прописать, адрес обработчика прописали, должны прописать в CSR таймера ту самую секунду, которую мы потом будем обрабатывать. Да? Значит, что мы хотим? Мы хотим сказать, во сколько у нас произойдет прерывание. Давайте пропишем это. Только давайте это сначала сделаем. Значит, хандлер зарядили. Вот здесь сделаем ли все тот же t0, допустим, 1000. Раз в секунду будет это происходить. Вот. Это у нас этот самый time-cmp. Значит, это у нас tup.sv t0. А, нет, нам, хотя можно, t0 по адресу timecmp, timecmp у нас равен чему? 0.20,
Вот мы рассказываем, когда у нас таймер должен остановиться. Так, еще раз. Вот здесь вот. Таймер должен остановиться. Вот. Кажется, да, ну надо только использовать регистр какой-нибудь дополнительный, потому что storyboard иначе не работает. Это мы говорим, когда у нас таймер должен остановиться. Обратите внимание, что мы сейчас молчаливо предполагаем, что таймер запустится с нуля. Иначе мы, если значение таймера будет больше, чем 1000 уже к тому моменту, как мы запустим программу, у нас никогда наш хандлер не сработает. Вот, такая неприятность. Да, значит, это мы сделали. Теперь давайте разрешим, собственно, прерывание. А именно запишем в устатус единичку. Да. Вот, опять же, в лекциях, в примере в лекциях там написано CSRV, да, что тоже можно, а здесь мы, как совсем белые люди, напишем set, эту самую единичку, не трогая всех остальных единичек. Вот, с этого момента, как только мы говорим, все, прерывания будут обработаны, у нас хандлер начинает хватать прерывания по таймеру, благо мы interrupt enable настроили именно на хватание прерывания по таймеру. Ну, дальше напишем какой-нибудь код, сравнительно бессмысленный. Давайте посмотрим, что у нас в лекциях на этот счет. Вот. Кстати, вот это можно закрыть, мне кажется, оно лишнее. В лекциях у нас обработчик по таймеру увеличивает время, записывает время срабатывания таймера куда-то в голову. Ну, давайте так и сделаем. Значит, давайте мы так сделаем, как в лекциях. Значит, допустим, дата таймер time.word, да, текст. И в обработчике тогда мы делаем следующее. Значит, да, это такой обработчик, который вообще не это самое ничего не сохраняет, то есть плохой негодный обработчик. Вот, он вообще ничего не сохраняет, он только, значит, записывает время срабатывания таймера в этот самый time. А здесь мы его выведем в цикле. То есть CSRR читаем время срабатывания таймера в T0, естественно. Нет, не в T0, в A0. Мы будем... Нет, не в A, давайте посмотрим. Наверное, в T. T. Мы не будем использовать регистр типа T вот в нашем коде, вот тут. Поэтому мы ничего не сохраняем. Плохой, негодный обработчик. T. Читаем его из чего там, ну короче, вот отсюда. Вот. И это было что? Это был специальный регистр времени срабатывания таймера. Вот. Регистр времени, который 1b, он или там 1.8, сейчас давайте посмотрим. 1.8, он себе ходит и ходит, мы его даже не трогаем. Да, сразу его записываем в time. Вот, используем вспомогательный регистр T0. Используем вспомогательный регистр T1. Тут же увеличиваем его на 10. На 1000, то есть на секунду. Вот. Тут же увеличиваем его на... Что это было? Это был T0, да? Нет, T1. На секунду. Вот, записываем полученный результат в обратно, только не storyboard, спасибо, сокращенец, естественно, здесь load word. Вы имели в виду именно это, спасибо, дорогой, это правда. Да, записываем его обратно, и это у нас будет следующее время срабатывания таймера. T0, вот сюда, я сказал вот сюда, ты куда сказала? Вот. Ну, используем T1 в качестве базового. Поскольку мы поклялись не использовать регистр T0 и T1 в основном коде, этот обработчик ничего никуда не сохраняет, он просто возвращает обратно. Вот. Значит, ну и у нас прекрасный, значит, вечный цикл, в котором мы берем, значит, и делаем вот так вот. Time A0 li A1 34, это у нас шестеричное число, equal li
А0 backslash n, чтобы у нас выводился перевод строки, ли А7 11 equal и loop, то есть и branch loop вечный цикл. Так, ну вот если я ничего не напутал, я мог вполне себе напутать, то в результате мы написали программу, которая вечно выводит, бесконечно выводит одну и ту же ячейку памяти. Вот, а таймер наш раз в секунду срабатывает, заполняет эту ячейку памяти текущим значением времени срабатывания, увеличивает следующее, устанавливает следующее время срабатывания себя и возвращается. Важно обратить внимание на то, что при обработке прерывания инструкция URET возвращается на ту же самую инструкцию, которую мы прервали. Вот при обработке исключения мы помним, что мы ходили в EPC, у EPC, прибавляли к нему 4 и возвращались на следующую инструкцию после прерванной. Понятно почему. Потому что та инструкция, на которой произошло исключение, на ней исключение произошло, ее не надо выполнять. Да? В случае прерывания все наоборот. Мы прервали инструкцию, там получилось всякое адище с конвейером, но пока мы про этого не знаем. Вот. Ага, спасибо, Александр. Сейчас мы это поправим. Конечно, нам нужно T0 увеличить. T0 на T1. Мы увеличили время. Время увеличили на 1000, записали обратно. Спасибо, Александр. Ну вот, пока я тут распинался, видите, народ уже и баги ищет. Отличная идея. Значит, сохраняем это в простейший файл таймер dummy. Пробуем скомпилять. Ошибка. А, понятно, слово time. Блин, ключевое слово. Хорошо. Дура стейросовая. Так будет нормально. Слово time она воспринимает как вот это time чертова. О, it works. Ну что, давайте сначала проверим. It compiles, извините. Давайте сначала проверим, что оно тупо работает. Вдруг оно тупо работает, и мне не нужно ничего делать. Запускаем счетчик. О, смотрите. Значит, что у нас происходит в данный момент? У нас раз в секунду. Тик, 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 тик. Раз в секунду обновляется значение нашего таймера в ячейке таймер, который мы сами завели. То есть раз в секунду мы упрыгиваем в наш обработчик. В этом обработчике обновляем ячейку памяти на текущий таймер и упрыгиваем обратно. В этом же обработчике мы говорим, что через 1000 тиков нам нужно еще раз эту ячейку обработать. Ну вот, вот. Значит, в RARSе тиками считаются миллисекунды. Вот, потому что Java. Вот, в действительности, как мы уже говорили, вся эта система по умолчанию настроена на какие-то там тики. То есть, если у вас есть настоящие живые часики внешние, то, которые выдают секунды, то окей, счастье, но такие настоящие внешние часики не входят в базовую спецификацию RISC-V. Да? Только такие, которые вот... Давайте попробуем запустить это на медленной скорости. Так, значит, часики запустили, поехали. Вот смотрите. Оп, упали в хандлер. Упали в хандлер. Упали в хандлер. Вот. В результате наш хандлер успевает, вернее, наш цикл, который выводит ячейку, успевает сработать то 3, то 2 раза. Вот. И раз в секунду он падает в хандлер, жук-жук, упал в хандлер. То 3 раза успел, 2 раза успел. Понимаете? Вот такая примерно картина. Вот. Собственно, давайте это все остановим. Собственно, базовое, что я хотел рассказать про это дело, я рассказал, но на самом деле тут еще много всего, всяких подробностей. Вот. За подробности, кстати, спасибо сокращенцу, который участвовал в подготовке этой лекции, по крайней мере, обратную связь давал на первый план, который тут появился. Вот. Значит,
Да, значит, что при этом происходит? Мы с вами не смотрели, но у ИИ это мы сами выставили, у статус мы выставили, у КОС. Вот, значит, при входе в обработчик выставляется в регистре статуса, в регистре причины ловушки у КОС выставляется знаковый бит. Это означает, что у нас произошло прерывание, а не просто так. Вот здесь выставляется, это какой бит? Пятый? 0, в смысле 1, 2, 4. Третий получается, да? 1, 2, 4. Третий бит, да? Второй. Ну, короче, там выставляется бит 4, второй бит укос. Это означает, что прерывание у нас. Давайте посмотрим, кстати, что означает коус. Давайте поищем слово коус. Не здесь, вот здесь. Так, это отстанет меня. Что означает этот бит? Тут много интересного, но слишком много. Да, смотрите, 4 означает user time interrupt. Все честно, прям вот как по пописанному. Вот. Значит, поскольку таймеров в системе может быть много разных, мы сегодня посмотрим на это, успеем, я надеюсь. Поскольку таймеров в системе может быть много разных, помимо регистра UCOS, мы еще используем регистр UTWAL, вот, в который выставляем, собственно, а что было за трап, то есть что за ловушка. Вот. В данном случае вот это 10, это такое же 10, как здесь. А нет, другое, соврал. Это просто какое-то 10, в смысле 16, да, которое означает, что это был именно таймер тул, а не кто-то еще. Вот. Значит, сейчас мы глянем на другой таймер, и там будет другое значение в утвал. Вот. Значит, что еще надо сказать? Ну, конечно, мы написали довольно странненький обработчик, который ничего не сохраняет. И по-хорошему обработчик должен что-нибудь сохранять. Сейчас, есть ли что-то еще сказать про таймеры? А, да, есть что сказать про таймеры, в том числе комментарии от сокращенца. Значит, смотрите. Напоминаю несколько простых вещей, которые были сказаны, но не были сказаны явно. Первое. Таймер работает один раз. Регистр time доехал до регистра time CMP, сработал. Дальше, если мы его не обновим, он в следующий раз сработает, когда счетчик потеряет монотонность и сбросится в ноль. Поскольку у нас время идет все-таки довольно быстро, миллисекунды тикают быстро, у нас есть две ячейки памяти, time и time-h, ну и, соответственно, time CMP и time CMP-h, которые отвечают все вместе 64 разряда за реальное значение таймера. Если мы используем 64-битный режим адресации, все хорошо, у нас один регистр равен 64 бит, мы читаем этот тайм за один раз. Если у нас 32-разрядный, а RARS по умолчанию 32-разрядный, у него есть кнопочка включить 64-битность, что она означает, я не очень хорошо понимаю, надо это поисследовать. То есть очевидно, что не, как бы весь RISC-V 64 там не включится. Я думаю, что там просто 64-битный регистр включается. И вот тогда нам не нужны регистры TimeCMP-H и TimeH, а нужны обычные. В спецификации написано о том, как нам пытаться не атомарно работать с регистрами, не атомарно работать с регистрами времени. Чтобы не атомарно работать с регистрами времени, происходит вот такой вот адский трюк. Первый трюк. Мы записываем, если мы хотим записать в регистр, допустим, time CMP, новое время, и делаем это не так безалаберно, как было у нас в примере, где мы использовали только младший адрес time CMP, а старший не использовали. А хотим по-человечески, как белые люди, записать весь 64-битный регистр целиком. Чтобы не получилось так, что мы записали сначала, ну, мы начали писать какое-то значение, старшее или младшее,
И это значение случайно совпало с текущим значением time, а такое может быть. Используется трюк. Трюк следующий. Мы берем, записываем сначала в младший регистр, в time-cmp, записываем минус единицу. Эта минус единица, возможно, превратится в ноль сейчас. Но в любом случае, это явно время впереди того, что у нас было. Дальше. Записываем старший разряд, то, что туда хотели записать. При этом предполагается, что мы убежали вперед от того значения счетчика, которое было раньше. И вот теперь только записываем в младший разряд нужное актуальное значение, то есть вместо минус единицы записываем что-то меньшее, если у нас время, вот это все произошло за один тик вот этого миллисекундный, или же там все это как бы подъехало чуть-чуть вперед, но мы-то в это время отъезжаем еще дальше вперед, вот, и мы записываем актуальное значение. Вот, такой алгоритм сводит к минимуму, если вообще не к нулю, вероятность того, что мы пока записываем все вот это в time-cmp, настоящий time его догонит. Исключение, я так понимаю, ситуация, когда мы пытаемся увеличить время на один тик, и при этом инструкции эти выполняются страшно медленно, и этот один тик наступает в момент одной из этих записей. Только такое исключение. Но тут уж извините. Вот. А что же касается чтения, вот с чтением, если у нас не 64-разрядная адресация, да, с чтением проблемы, потому что пока мы читаем из одного регистра, а вот со старшего разряда нам мешает, Александр спрашивает, почему не начать сразу со старшего. Предположим, старший разряд не меняется за это время. Ну, потому что мы отступление на младшем разряде делаем. Или, предположим, старший разряд меняется, как это, немонотонно, перепрыгнул в ноль. Вот. Можно, кстати, почитать в этом самом в спецификации полностью рационали, как это делается. Вот. Если хотите, можно туда сходить. Вот. Но мне кажется, что ситуация понятная, да, что... А, да, нет, Александр, успеет скакануть. Представьте себе, что младший у нас уже на границе со старшим. И пока мы там жуем, он превращается вот в тот самый старший, который мы записываем. Тогда мы пытаемся сначала отодвинуть младший, а потом, значит, перекинуть старший. В общем, это рекомендуемая штука. Вот. Более подробно, пожалуйста, давайте посмотрим. Сейчас я. Давайте так, сейчас уже не буду искать эту ссылку. После лекции ее туда засуну с рационализацией. Вот. Замечание про чтение из этих регистров. А вот неатомарное чтение — это всегда боль. Вот, допустим, у нас было вот такое состояние на этих двух регистрах. Мы прочли сначала один, потом другой. В каком бы порядке мы их ни читали, мы всегда можем получить ересь. Вот либо такую, либо сякую. Вот. Здесь, к сожалению, без аппаратного решения эта проблема не... Ну, то есть, либо решение должно быть совсем аппаратное, да, вот то, что описывает сокращенец, а именно защелка. Что пока мы читаем один регистр, другой не меняется вообще. Вот. Либо программно мы просто дважды производим это чтение, и в один из этих разов получаем правильное значение, а второй раз вот, можем отловить по явным признакам того, что произошел в это время скачок переполнения младшего регистра. Вот. Такая вот штука. Вот, значит, это что касаемо... Да, значит, Александр, давайте либо в конце лекции, если останется время, либо после лекции я найду ссылку на рационале, объяснение, почему именно так это надо делать, и мы еще раз туда потупим. Вот, потому что пока что мне ваши аргументы кажутся тоже верными. Значит, видимо, я что-то упустил, или действительно существует какой-то
вариант, при котором даже такой алгоритм ненадежен. Без тех самых защелок, о которых говорит сокращение. Вот. Еще один счетчик у нас в... Давайте мы это закроем. Отключим, закроем. В RARSе есть два счетчика. Еще один счетчик в RARSе приделан к нашему любимому Digital Lab симулятору. Вот. Давайте почитаем help. Вот он. Счетчик устроен следующим образом. Если мы восстанавливаем в MIO по адресу 4F2013 байт в ненулевое значение, наш любимый Digital Lab симулятор, будучи присоединен к программе, начинает генерировать исключение таймерное, типа таймер, один раз в 30 инструкций. То есть каждой 30-й инструкции мы упадаем в хандлер. Вот. Это исключение типа таймерное, а не какое-то другое. Не знаю по какой причине, но это весело и смешно. Таймерное. Раз в 30 инструкций. Ну, потому что оно связано со счетчиками, видимо, поэтому. Вот. Соответственно, что нам нужно? Давайте мы его переименуем и попробуем переписать. Значит, хандлер у нас такой же, вектор такой же. Вот это нам все не нужно. Вот. Вместо этого это мы разрешаем таймеры на перерывание. Вместо этого мы говорим CSR, не CSR, конечно, storyword, storybyte, прошу прощения, да? Допустим, тут на самом деле надо какой-нибудь li t01, storybyte t0 0x ff ff0013, тем самым разрешаем вот это самое прерывание один раз в 30. Да? Переименуем ради прикола таймер в counter, просто чтобы наши программы отличались. Ну, и чтобы это было читаемо. Вот. Значит, что мы делаем здесь? Здесь мы вместо того, чтобы забирать какое-то машинное время, у нас, кажется, нету места, которое что-то считает. Нет такого места. Keyboard interrupt есть. Да. Вот. Соответственно, мы должны этот счетчик организовать сами. Ну, господи, подумаешь, проблема. Считаем его из каунтера. Добавим туда единичку и запишем его каунтер. CV T0 каунтер T1. При помощи T1. Ой, нет. Что-то я какую-то фигню несу. ID T0, T01. Вот так, да? А это нам не нужно. Так, что-то как-то мало. У меня в примере было больше. А в примере я сохранял стек. В смысле, я сохранял значение. Сейчас, давайте посмотрим. Да, я тут занимался сохранением T0 и T1. Давайте мы это тоже сделаем. Да, считаются. Все правильно говорите. Сейчас мы про это... Вот, Александр, вы, как всегда, смотрите в корень. Мы сейчас про это поговорим. Давайте ради прикола напишем наш хандлер на более аккуратной основе. Давайте поглядим, какие регистры мы здесь портим. Мы портим T0, T1. Да, больше нам ничего не нужно. Зачем я делал вот это, непонятно. У нас есть прекрасный ID. Так что да. Значит, вот, поскольку у нас есть, значит, необходимость сохранить два регистра, мы поступаем так же, как мы это делали при обработке исключений. Мы говорим CSRRV, скажем, T0 в Scratch. Это регистр спасения всего. Да?
Дальше у нас есть, теперь мы разве, да, а здесь говорим, соответственно, CSR, CSR RR, T0, Scratch, да? Кстати, обратите внимание, что в... Нет, ладно, не буду вам портить, пудрить мозг, это сейчас не время. Вот, записали мы, значит, T0 в Scratch, а на пользовательском стеке. Не люблю пользовательский. А, очень просто. Вот сокращение задает важный и верный вопрос. Зачем нужен Scratch, если можно написать что-нибудь типа такой story word, T0, 4 от SP, там, или там сначала надо, да, там, add i, SP, SP4, story word, T0, 4 от SP, да? Вот так. Ну, почему бы нет? Действительно, можно сделать так. Единственная неприятность состоит в том, что вы тем самым пользуетесь пользовательским стеком, и в случае каких-то, например, ошибок в программе пользователя, вы в этот стек, в общем, вмешиваетесь. Вот. Давайте сделаем ради интереса, как говорит сокращенец. Это тоже правильная идея. Значит, вот мы сохранили T0 на стеке. Давайте тогда сразу вот здесь сделаем 8. И, значит, здесь сделаем минус 4. А здесь сделаем storyword T1. А я, кажется, знаю. Ну да ладно. SP. Да? Да. Соответственно, вместо этого давайте сделаем loadWord. loadWord. Что там? T1 у нас от SP. Да. loadWord T0 4 от SP. И добавим обратно add SP SP8. Вот как-то так мы это делаем. Да, вот Александр говорит, а можно, например, в этом самом Scratch'е хранить ссылку на свой собственный стек, чтобы не пользоваться пользовательским стеком. Ну вот мы воспользовались пользовательским стеком, как черные люди, вот, не белые. И давайте попробуем сейчас все это безобразие скомпилять. Что тебе не нравится? А, это story byte, значит, тут еще T1. Да. loadWord counter. Counter. Так, и здесь counter. Так. О, пошло писать. Ну чё? Значит, что у нас должно происходить? Давайте посмотрим. У нас этот counter должен обновляться раз в 30 инструкций. Да? Подключаем. Запускаем. Вот, пожалуйста. Смотрите. Тык. Поскольку у нас скорость выполнения сейчас стоит 30 инструкций в секунду, раз в секунду каунтер увеличивается. Обратите внимание, что даже сейчас при таком небольшом объеме кода этот каунтер увеличивается, наш обработчик успевает сработать 2 или 3 раза. То есть вот пока этот цикл, сумма, количество инструкций в цикле и количество инструкций в обработчике меньше 30, настолько, что мы успеваем 2 или 3 раза пройти вот этот цикл, вот, и все равно падаем в обработчик. 2 раза, 2 раза, 2 раза, 3 раза успели пройти цикл, упали в обработчик. Вот. Выглядит это примерно вот так. Давайте попробуем, значит, его сделать. Поскольку наш таймер, псевдотаймер, срабатывает по количеству инструкций, мы можем любое время run speed сделать и... Бэмс, наступила 30-я инструкция. Обработали. Бэмс, наступила 30-я инструкция в произвольном месте. Вот давайте посмотрим. Работает. Опа, наступила 30-я инструкция. Совершенно справедливо, Александр. Ну, вы, я думаю, читали кусок лекции, да? Сейчас мы будем доводить эту программу до неприятного изумления.
На самом деле, эта тема с отложенными прерываниями довольно большая, и мне очень не хочется в последние 10 минут нашего с вами разговора ее трогать. Поэтому давайте мы ее обозначим и перенесем на следующий разговор, собственно, разговор по прерыванию вообще. Вот. Возьмем сейчас наш обработчик и обмажем его нопами в количестве. Вот. Ну, видимо, да. Видимо, просто тупо обмажем нопами, посмотрим, что получится. Ноп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Хватит. На каком-то из этих нопов то, что нам нужно, наступит. Значит, сейчас мы сделали обработчик, объем которого да, кстати, вот здесь вот. Вот здесь вот. Все я сделал неправильно, никто не заметил, да? Все я сделал неправильно, никто не заметил. Надо было. Стек у нас растет вниз. Соответственно, все задом наперед. Да? Вот правильная штука. Да? Да, спасибо. Еще раз спасибо. Еще раз спасибо сокращенцу, который заметил существенно раньше, чем я, а я тут увлекся рассказом про новую тему. Да, вот, значит, стек растет вниз. Значит, вот мы его отложили на 8. Значит, смещение 0, смещение 4, смещение 0, 4, 4, отложили обратно. Вот, значит, что сейчас будет происходить? Сейчас будет происходить вечный цикл, из которого мы не выйдем. То есть, что мы сейчас будем заходить в хандлер и немедленно выходить из хандлера, немедленно заходить в него обратно, потому что прерывание наше по нашему псевдотаймеру случается раз в 30 секунд, раз в 30 инструкций, а инструкций будет больше 30. Выглядит будет примерно так. О, ушли в хандлер. О, ушли в хандлер. О, ушли в хандлер. Только вернулись, опять ушли в хандлер. Обратите внимание, что где-то вот сейчас происходят странные изменения в нашем блоке CSR. Вот сейчас. Видите? Смотри. Оп. Что это за изменения? Оп. Давайте посмотрим на них. А, нет. Сейчас еще раз. Вот оно. Давайте еще раз. Да, вот мы продолжили. Поехали. Вот. Смотрим на наши нопы. Да черт. Блин, не получилось. Во. Смотрим на наши нопы. Оп, вот оно это место. Значит, что произошло? В какой-то момент, когда наступила 30-я инструкция, пришла пора совершить еще одно прерывание. Но мы-то сидим в обработчике. У нас в устатусе написано, что прерывания-то у нас не срабатывают. У нас нолик в младшем бите. Да? Значит, соответственно, что делать? Повторный вход в обработчик не произошел, потому что в устатусе стоит в младшем бите нолик. Но было бы неплохо как-то дать знать нам, что во время работы кода ловушки произошла еще одна прерывание, исключение, что-то. Для этого служит специальный регистр, называется Interrupt Pending, регистр отложенных прерываний, в котором в виде битиков
откладываются все случившиеся за время нахождения нас в обработчике, все случившиеся прерывания. В данном случае прерывание по таймеру. Вот в этот момент, когда мы исполняли вот этот нов, должно было бы быть обработано, произошло и должно было бы быть обработано очередное прерывание по таймеру, но поскольку у нас в статусе стоит нолик в младшем регистре, это прерывание отложилось. Дальше мы можем поступить двояко. Мы можем все проигнорировать, и тогда получится вот тот самый interrupt storm, когда мы, только выйдя из обработчика, сразу... Да, это еще не все. Если мы проигнорируем отложенные прерывания внутри обработчика, произойдет довольно очевидная ситуация. Мы выходим из нашего... из нашего обработчика, и interrupt pending приезжает в статус. Вот он. Случилось прерывание, и мы опять попадаем на хандлер. Мы вышли и тут же попали обратно на хандлер. У EE при этом у нас не изменился. Не EE, у EPC. Мы как сидели на 20-й строчке вот здесь, вот, где оно в первый раз произошло, так и сидим на ней. Никуда дальше мы с нее не сдвинулись. И мы снова пошли обрабатывать прерывание. Ж-ж-ж-ж. Да? Пока мы его обрабатывали, снова отложилось прерывание. Мы снова... Ипс, и снова попали на обработчик. Плохая идея это дело игнорировать, если интерапты, количество отложенных интераптов накапливается со временем. Что мы можем сделать? Мы можем... обработать оба прерывания за одно вхождение в обработчик. То есть в какой-то момент проверить, а нет ли у нас запенженных прерываний. Жух. Вот. Нет ли у нас отложенных прерываний и их обработать. Вот. Второй вариант. После того, как мы обработали как... То есть не второй вариант, а продолжение этой идеи. После того, как мы обработали как... наше прерывание так и отложенное, тупо в цикле, мы можем взять и почистить этот самый API. Interrupt pending register. Давайте попробуем это сделать. Прям вот забьем его нулями. CSR v 0 user interrupt pending. Посмотрим, что получится. Отлично получилось. Сделали вид, что все сделали. Единственное, что мы, по-моему, забыли прибавить единичку. Убрали этот момент. Кажется, забыли. Ну, в общем, вот. Вот. Как видите, мы сбросили. Мы сказали, не-не-не-не. Мы обработали и то прерывание, и все прерывание. Все прерывания обработали. Да, конечно, плохая мысль. Александр сразу говорит, вот это была очень плохая мысль, нам нужно было вместо этого определить, какие именно прерывания мы обработали конкретные. То есть в данном случае вот так вот, да, ли, а, тут же можно это CI, да, уип. И сказать, не-не-не, мы обработали только прерывание по таймеру. Вот. Да? Упали в этот самый, в луп, немножко по нему походили. Вот. Ой, нет, не походили. Сейчас, давайте посмотрим. Сейчас, ну хорошо, давайте попробуем, что-то у меня не получилось. Ой, что это было? Да, давайте посмотрим. Вот у нас УИП сказал, мы этот УИП сейчас пока... Не работает. Печаль какая. А что не работает? Интересно, дефект Рарса или дефект меня? Сейчас посмотрим. А, слушайте, а где мой CSR этот самый? А, вот он. Вот я его должен был стереть. Не стерся он. А почему?
Ну, в данный момент не поздно, потому что у нас всего в два раза больше. Ну вот, да. Но почему-то он не стерся. Вот когда РВ я сказал, он стерся, а когда я сказал clear, он почему-то не стерся. Почему нет? Неужто это ошибка какая-то? Ну хорошо, давайте все-таки РВ поставим. Zero. Ну, потому что, в принципе, должно работать. Тут, по ходу, сокращение... Тут, по ходу, сокращение закинул очень важное замечание относительно того, что обработчик прерывания вообще должен быть... Вот. Вообще должен быть очень короткий, в нем нельзя сидеть. Потому что в это время прерывания запрещены. Они сейчас как накопятся, эти прерывания. Мы как выйдем из него, нам как скажут, что а давай обрабатывай дальше все. В общем, такое себе упражнение. Так, пробуем. Да. Нет, не работает. Короче, врач скажет, что эта штука не работает. Да. Несмотря на то, что регистр read-write, CSRV Zero VIP ничего нам не сделало. Ну, короче, вот. Смотрите, вполне можем обрабатывать сколько угодно прерываний одного типа. Слушайте, давайте не разбираться. Видите, я тут записал прямо ноль, и все равно ничего не сработало. Значит, я думаю, что это какой-то дизайн-флоу в RARS. Не будем на этом заострять внимание. Ну, вот у RARS есть много недочетов. Можно проверить, на самом деле. Вот я закончу лекцию и проверю, так это или нет. Значит, еще раз, да, важное замечание от сокращенца. Нельзя висеть в обработчике прерываний долго. В обработчике прерываний надо сделать минимальное количество вещей из возможных, остальное перевалить на основной код. Вот, это первое. И второе, соответственно, Егор спрашивает, мы можем обрабатывать не больше одного прерывания одного типа. Какого угодно типа мы можем обрабатывать прерывание, потому что у нас есть регистр, который называется утвал. И от, допустим, этого самого, от прерывания по таймеру настоящему здесь приезжает 10, а по прерыванию DigitLab здесь приезжает 100. Да? То есть, анализируя регистр UCOS, у которого есть прерывание это исключение и тип, и регистр UTVAL, у которого есть, от какого устройства пришло, грубо говоря, от какого устройства пришло прерывание, вот эти два регистра всегда нам дадут точное значение того, а что, собственно, мы обрабатываем. Поэтому даже в ситуации, когда у нас один обработчик на все, да, мы вполне справляемся, просто будет сложный обработчик. Чтобы закончить наш сегодняшний разговор, скажу, что вот это прерывание раз в 30 инструкций в Digital Lab. Прерывание, которое в 30 инструкций, которое происходит в Digital Lab, там специально сделано 30 инструкций, чтобы нам быстро нарваться на вот эту ситуацию, когда, пока мы сидели в обработчике, произошло следующее. Да? Никакого практического значения оно не имеет. Вот. Егор говорит, что нет, речь идет о том, что если за время сидения в обработчике случилось два одинаковых прерывания, два, то, скорее всего, мы увидим только факт, что они оба произошли. Вот. Да, и мы должны быть готовы к тому, что обработчик – это штука, разработчик – это штука идемпотентная. То есть в ситуации, когда мы где-то много тупили, и за это время произошло много однотипных прерываний, да? Мы должны быть готовы к тому, что мы это обрабатывать будем один раз. Понятное дело, зачем это нужно. Это нужно за тем, чтобы не делать каких-то аппаратных стеков очередей с этими прерываниями, хотя такие тоже есть. Это нужно для того, чтобы не убиться навсегда в разборочных очередей. И это нужно для того, чтобы сама дисциплина оформления обработчика в очередной раз, как правильно было сказано, была устроена таким образом, чтобы мы как можно меньше проводили время в обработчике и как можно больше логики, всю логику вываливали из обработчика куда-нибудь наружу.
Да? Довольно типичная ситуация. Пришло прерывание от внешнего устройства, мы быстро обработали, что оно принесло, положили куда-то в пользовательский буфер и вышли из обработчика. А пользовательский буфер, пользовательская программа посмотрела, в пользовательском буфере что-то есть, ага, нам пришло, сейчас мы это обработаем, и тихонько, легонько там у себя в пользовательской части программы обработала результат, то есть включила логику. Вот такая вот история. Значит, тут есть еще один пример, который я уже не успею разобрать, из где я использовал предыдущие домашние задания. Вот этот пример немножко красивый в том смысле, что... Да-да-да, совершенно справедливо тут замечание про то, что зачем обрабатывать до прерывания, если мы не успели одно обработать. Вот, этот пример красивый тем, что он выводит сразу и CSR, и MMIO, и все остальное. Но, в общем, времени у нас на него уже не было, мы потратили его на, значит, продуктивный диалог. Вот. Тем более, что тут пришлось бы еще объяснять все эти мои макросы, которые здесь используются. Ну, в общем, видимо, давайте я его просто запущу, и на этом мы закончим. Так, это не Digital Lab. Ой. Ага. Disconnect. Это Close. Открываем. Я забыл, как он называется. Можно скопипастить, на самом деле. На самом деле можно скопипастить. Чё я тут это самое? Все равно нам только показать, как оно работает. Значит, я это показываю, как оно работает, потому что вы сами все равно не можете это запустить. Тут отсутствуют те макросы, которые они здесь используются. Вот этот самый Utils Inc. Во! Давайте мы сохраним в... Вот, да... А что не так? Utils.inc. А, я его не туда сохранил, да? Да, да. Да. А, вот оно, оно вот здесь лежало. Вот оно, таймер шоу. Ну, хорошо. Сейчас, все, я понял. Это я не с того места запустил, вот тороплюсь, а зачем я тороплюсь, совершенно непонятно. Так. Вот. Просто посмотреть, как это работает, и на этом закончить. Так, значит, еще раз. Открываем таймер шоу наш замечательный. Вот он. В нем используется Utils Inc. Компилируем. Берем таймер тул. Подсоединяем к программе. Запускаем. Поехало. Вот. Ну вот, этот наш таймер дергается раз в секунду. Тынь, даже, по-моему, раз в полсекунды. Вот. При этом он ходит еще к CSR, который считает время, к сисколу, который считает время, и к MMIO таймеру, который считает время, и к MMIO TimeCMP, который, собственно, нам показывает время, когда таймер срабатывает. Вот. Мы видим, что раз в полсекунды у нас таймер срабатывает, хандлер отрабатывает. Мы видим, что время в CSR и время в syscall у нас одинаковое. Вот. Да. Ну, а дальше, в общем, все то же самое. Да, давайте попробуем запустить его на 30-секундной задержке. Вот. А, надо было ресет сделать. Он так не умеет. Очередная, вот так надо делать. Очередной глюк Рарса. Пауза, ресет, плей, поехали. Что-то я не вижу. Не успевает, что ли? Не успевает. Не успевает он отработать. Мы все время сидим в обработчике. Та самая история. Ха-ха-ха. 30-секундной задержки не работает. Окей. А, ну вот. Хотя бы так. Вот. Ну, вся та же история, в общем. Вот. Значит, в примере хорошо видно, что в случае Rars'а у нас и системный вызов time, и CSR time это просто банальный джавный time, а то, что у нас в счетчике, это вот отсюда приезжает. Вот. Все, братцы, давайте свои вопросы. Вот. Потому что все, у нас время уже вышло много раз.
Значит, за мной должок это рационали к вот этому обновлению таймера. Надо посмотреть, где это написано. Вот. И второй должок это посмотреть, почему у меня interrupt pending не сбрасывается. То есть это design flow RARS или там в этом самом в спеках как-то более серьезно про сброс interrupt pending написано. Надо посмотреть. Да, сокращения, никакие планы не поменялись, все в силе. Хорошо. Видимо, на этом все. Вопросов других нету. Это пошли вопросы уже не по теме. Тогда мы с вами расстаемся до следующего, на эту тему, до следующей лекции, когда у нас будут уже прерывания от внешних устройств. Вот. Так что всем всего доброго. Давайте надеяться на лучшее. Вот. И до новых встреч.